Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Сауль Альварес уничтожил вообще, как на помойку снес это британское ничтожество Билли Джо Сондерса. Навсегда забудьте это имя, никогда не вспоминайте. Это то, что Вася должен был спидрасы делать. Это абсолютно случайный чемпион по двум версиям, который ничего в боксе никогда не заслуживал и не заслужил. Мы прекрасно помним, как в 36 лет Гена Головкин дал Альваресу пизды, и как это ничтожество в 31 год просто максимум один раунд в ничью свел, и все, был уничтожен на дальней дистанции, был уничтожен. По скорости. Альварес даже не прессинговал. Альварес даже не оказывал прессинг. Он попадал на дальние дистанции, Сондерс сам щемился в канаты, и Альварес подходил, бил в корпус. Здесь не было никакой магии. Набил ему морду. Я никогда не видел, чтобы Альварес куражился, там, на публику смотрел, там, вот как Рой Джонс. Никогда такого не было. Это говорит о том, что это нижайшего уровня соперник. Нижайшего. Вот ердылым. И на следующей ступеньке стоит Сондерс. И только потом нормальные боксеры. Вот и все. Ой, сейчас я... Знаете, есть такой канал, там сидит какой-то татуированный хер. По-моему, «Всем бокс» называется. Вот он там что-то говорил. Победит Сондерс. Вы не понимаете в боксе. Вы там враги бокс. Ой, вот сколько эти клоуны, вот эти вот фанаты любительские, дистанционные вот этой манеры, вот этой британщины, вот этой, сколько они будут поганить нам с вами бокс. Вот сколько мы будем это дерьмо слушать. Во-первых, удары должны быть силовые. Альварес вообще практически не бил легких ударов. Джебов там, не знаю, штук 15 от него вылетело. Сондерс чисто любительская манера. Альварес чисто силовые удары. Уничтожение. Альварес работал в давлении, с блоком. И в шолдер-ролле тоже работал. Не будем, юлить, потому что Сондерс, что это за соперник? Что это за соперник? Все сами видели. Поэтому уничтожение полнейшее. Все раунды, пожалуй, вот с первого. Пятый раунд конкурентный был. Там на выходе из клинча Сондерс неплохо попал левой рукой. Он левша. И тут же вставил еще джеб. Неплохая там была концовка. Середина раунда по конец неплохо Сондерс отбоксировал. Все. Весь. То есть это утка. Утка британская. Вы видели самое важное, что должны были все заметить, когда Сондерс пропускал удары и морщился вот так вот, ой, а мне не больно. Насколько мерзкое его лицо, насколько омерзительно вот эта вот англосаксонская физиономия. Англосаксонская вот эта личика, вот и у Каллума Смита то же самое, у них у всех. Вот и выбито это все из бокса. Британщина выбита из бокса. Вот этот вот народ-паразит уничтожен в боксе. Это невероятно хорошо, это максимально важно. И вот эти вот, кто там рассказывал, что да Сондерс, да он в хорошей форме, да будет как с Лемье. Вы профаны бокса, вы должны подписываться на этот канал и меня, как я не знаю, как слово Аллаха, просто слушать. И больше никуда, ни по каким там всем боксам не ходить, не слушать всяких идиотов. Понимаете, это был проходняк для Альвареса. Этот соперник слабее, не знаю, и Ковалева вот этого старого, еле живого, он слабее. Этот бой это показал. Этот бой показал, что Ковалев в той дохлой форме, он лучше этого Сондерса. Этот бой показал, что Геннадий Головкин уничтожил бы Сондерса в любое время дня и ночи. Именно поэтому он от него сбежал, не дал Гене стать абсолютом. Поэтому нечего говорить. Прогноз полностью зашел, абсолютное уничтожение. Как я говорил, здесь не то что шансов, здесь даже молекулы шанса не было. И бой это показал. Сондерс ничтожество. Альварес, как бы мы к нему ни относились, он заслуживает плохого отношения. Он сделал то, что должен был. Прогноз у нас зашел. Бокс меняется. Мы должны быть к этому готовы. Британщина выбита. С днем победы. Всем удачи.